Приходите для персональной примерки. Магазин Мори ждет вас в любое время. Звоните в магазин Мори. Давай, Мори. Погоди, Мори, Генри. Генри, ты хороший парень. Я был добр с тобой, а ты со мной. Но сейчас происходят глупые вещи. Требования Джимми невыполнимы. Дай ему 8:1. Слушай, я не должен был платить столько. Это не гешефт? Что, я ему шмук какой-то, а? Мори, прошу, ты знаешь Джимми, ты ему должен, значит, плати. Я не должен платить еще 3%. Кто, Мори, я ему дерьмо на палочке? Хватит. Ссориться с Джимми Конвеем? Ему нужны деньги. Давай плати, и мы сваливаем. Эй, да пошел он, знаешь куда. Мори, о чем ты говоришь? Пусть захлебнется сучий сын. Я мог продать его 1000 раз. Мог. Я мог продать, Мори, миллион раз. Прекрати. И я не буду платить. Не звони в полицию, нет, отдумайся. Послушай. Нет, пусть мало. Ты получил деньги за сраную рекламу, за вшивый ролик. Оплатить мне не хочешь? Джимми, Джимми, заплатит. Я тебя удавлю, я выпишу из тебя свои бабки, паскуда вонючая. А ну, гони мои деньги. Он заплатит, заплатит.